Смотрите, какую штуку собрал. Вообще бассейн будет. Ха-ха. Не, шучу. Это будут плавучие платформы. Это если то, что помню, когда делал ремонт, остался у меня шкаф советский. И из него я хотел такую штучку, в принципе, сделать уже давненько. Вот, наконец-то, как говорится, руки дошли. И получается вот такая вот плавучая конструкция. Точнее, плавучая платформа, ну, так называемая. Но раньше этот метод назывался чинампа. Это использовали ацтеки. Кстати, если кому-то интересно, можете прогуглить эту штуку. Ну, интересная такая тематика, конечно. Ну, так сейчас, как современные технологии не стоят на месте, конечно, все движется. Но это было собрано, как говорится, из подручного материала. Получились ее размеры, значит, вот так вот 1,20 м, а вот так вот на 60. Высота ее 22 сантиметра. Ну, где-то буду сантиметров, наверное, 15 набирать водички. Сюда еще поставлю насосик маленький аквариумный. Надо будет еще пленочкой обить. И вот такой вот... кстати, получается, размер делался под лист вот этого пенопласта полиплекса. И еще и горшочки сюда буду сетчатые использовать. Сейчас их покажу. Вот такие вот горшочки сетчатые. Интересненькие, прикольненькие, классненькие. Буду использовать на субстрате использовать керамзит. И есть у меня еще пеностекло. Да, новый такой интересный материальчик. Ну, как говорится, хочется тоже проверить. О, смотрите, сколько еще штучек таких осталось. А еще, в принципе, при хорошем раскладе это как такой мини-бассейн получается. На ножках можно набрать водички и залезть там и посесть себе, почалиться. Так, получается 55 посадочных мест. Разбивка у меня шла. Это нашла. Получается 10 сантиметров. Шаг 10 сантиметров это в ширину. Шаг 10 сантиметров. А, нет, шаг 8 сантиметров это в длину. Получилось вот такие вот посадочные места. Так, ну а я пока мисс буду, короче, оббивать это пленочкой. Ну да, пойду пленочкой это оббивать.